Друзья, все ближе. Начало первого матча сегодняшнего матча за третье место в онлайн-клубе России. И вы рады приветствовать на площадке первую команду. Мы с вами выступаем в МФА Москва. Друзья, встречаем команду и готовимся к противостоянию за третье место в онлайн-клубе России. Большой баскетбольный день и всем доброго Санкт-Петербургского утра, друзья!
Номер 12 Дмитрий Коношкин. Номер 16 Михаил Маренко. Номер 19 Евгений Фидий. Номер 20 Кандидат команды Дмитрий Коршаков. Номер 21 Александр Курмата. Номер 23 Артем. Номер 27 Юрий Першин. Номер 31 Александр Варнаков. Номер 54 Глеб Суворов. Номер 99 Даниил Зиворов. Главные команды Андрей Мальцев. И упадают Виктор Бережной и Николай Шманов. А теперь встречаем профессиональный баскетбольный клуб РПА «Москва». Номер 8 – Глеб Голдерев. Номер 9 – Даниил Касаткин. Номер 11 – Илья Платонов. Номер 13 – Марк Тихоненко. Номер 14 – Антон Пушков. Номер 18-й, капитан команды Евгений Воронов. Номер 28-й, Андрей Лопатин. Номер 31-й, Евгений Валиев. Номер 33-й, Тимофей Якушев. Номер 38-й, Макар Коновалов. Номер 63-й, Даниил Аксенов. И номер 71-й Владислав Шарова. Главный тренер команды Василий Карасев. И помогают Александр Афанасьев и Сергей Вознюк. Встречу судят старший судья Иван Бахтеев. Судьи матча Владимир Иванов и Виктор Куликов. Комиссар матча Александр Горшков. Инспектор матча Владимир Клобиков. Дамы и господа, прошу всех встать, звучит гимн Российской Федерации.
Евгений Китин.
номер 31. Юбилей первый пол.
Евгений Воронов. Thank you.
Тимофей Якушин. Yeah!
Юлия Суманов. Андрей Лопатин.
Нервный
команды Химки 4 фланг. Thank you.
Евгений Городов. Спасибо.